Иван Краско должен жить в доме престарелых из-за меркантильности родственников. Талантливый актер, кумир тысяч россиян, потрясающий человек Иван Иванович Краско вынужден идти жить в дом престарелых из-за меркантильности своих родственников. За 88 лет жизни артист был 4 раза в браке и только лишь в одном из них был по-настоящему счастливый и долгий. Вторая супруга Ивана Ивановича, Кира Васильевна Петрова, осчастливила мужчину, дав согласие на брак и подарила ему 2 потрясающих детей. Все остальные женщины принесли с собой в жизнь легендарного артиста не только радость быть отцом, но и чувство одиночества и беспомощности. Несмотря на то, что у Ивана Ивановича 4 детей, никому из них отец не нужен. Дети и жены разделили между собой все имущество знаменитого родственника, оставив его буквально ни с чем. Четвертая супруга Наталья Шевель и вовсе забрала последние деньги с продажи дома покойного сына Ивана Краско, Андрея. Девушка легкомысленно растратила наследство на путешествия по Америке и странам Европы. Из-за халатности и меркантильности своих родственников Иван Иванович вынужден просить третью супругу о крыше над головой. Наталья Вьяль предоставила бывшему мужу самую маленькую комнату в его же квартире, которую мужчина благополучно отписал жене при браке. Сейчас актер боится, что и Наталья Вьяль откажется от одинокого старика, и ему придется идти в постоянное место жительства в дом ветеранов сцены.